Сегодня говорим с вами про дерматит и, соответственно, кожные заболевания, потому что нужно эту тему с вами поднять. Вы на канале с медицинским психологом, здесь про здоровье, физическое, ментальное. Соответственно, сегодня говорим про такую вещь, как оздоровление внутреннее. И, соответственно, хочу вам дать обратную связь. Что значит вот эта вся история, как помогать, если у ребенка начались проблемы. Во-первых, здесь я рекомендую всегда нормализовать ЖКТ. Я даю схемы для восстановления, но этого бывает мало, и нам нужны будут коллоидные минералы с соком асаи, нужен будет хлорофилл на моменты восстановления, и нужны будут жевательные витамины с микрофлорой, потому что из-за плохой микрофлоры часто возникают вот эти аллергии, атопии и так далее. Другой момент, я всегда работаю с мамочкой, потому что у мамочки бывают там очень разные серьезные моменты, которые влияют на эмоциональное состояние. И здесь я всегда даю обратную связь по поводу стрессов, по поводу тревог, по поводу эмоциональных проблем. Если мама все это в себе носит, ребенок не очень хорошо себя чувствует. Но еще один момент. Если у ребенка, например, дефицит незаменимых аминокислот, если у него недостаток кальция, качественного белка, многих витаминов, то кальций, железо, йод, фтор, селен, цинк, медь, марганец – это база. Если у него вот эти проблемы, то он может испытывать такие кожные проявления. И, конечно, недостаточное потребление карнитина, таурина, лютеина, холина, биофлавоноидов приводит к утомлению и очень-очень нехорошему проявлению, кстати, на коже. И не потому что на коже пошли проявления, а потому что ребенок был в дефицитах, и это откладывается в голове и создает дополнительную нагрузку. Кто хочет работать со мной, пишите, приходите в консультацию, и с вами разберемся, достаточно легко с этим справимся.